Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоуроке мы рассмотрим с вами, как запускать программу по GoMax Designer. На рабочем столе находим ярлык с программой и нажимаем на него двойным кликом мыши. После этого запустится приветствие на окно программы. Здесь необходимо выбрать, на каком экране или на каких экранах будет запускаться программа. Как мы видим, к компьютеру подключено два монитора. Первый и второй. Чтобы запустить программу на первый монитор, необходимо навести мышку на цифру 1 и нажать один раз левой кнопкой мыши. После этого данная область загорится зеленым цветом, и это означает, что программа запустится именно на первом мониторе. Чтобы запустить программу на нескольких экранах, необходимо выбрать дополнительный монитор. Как мы видим, при данной конфигурации и данном разрешении экранов запуск программы невозможен, так как выбранные экраны должны иметь одинаковую высоту по разрешению. Далее можно выбрать цвет фона. Для комфортной работы я выставлю светло-серый цвет. Нажимаем на кнопку «Применить». Программа запущена, и здесь нам представлены два основных блока управления. Блок сцен и блок редактирования. На этом данный видеоурок закончен. Увидимся с вами в следующих видео.